Хотела, чтобы все поняли. Нельзя дышать плохим воздухом. Ясное дело. А ведь это заводы Спрутца отравляют воздух над нашим городом. Ага. Я когда прилетел, сразу расчихался. А теперь вроде претерпелся. Вот так и все претерпелись. Апчхи! Закрывать эти заводы и все. Завод из Спрутца? Он очень-очень богатый. Я уверена, что это он приказал выгнать меня из газеты. Их, что же это у вас за жизнь такая? Звездочка, мы вместе с ним найдем пончика. Добудем семена из ракеты, а? Раздадим их лунатикам, и тогда вредный Спрутц лопнет от зависти. Дорогому другу Жулио, магазин разнокалиберных товаров. Змеиный переулок, дом 13. Вот это да! Пожалуйте, господа. Чем могу служить? Скорострельную винтовочку? Карабинчик с разрывными пулями, а? Пулеметик, не желаете? Супер-класс! Да мы вовсе не хотим ни в кого стрелять! Ага, понимаю. Понимаю. Тогда могу предложить замечательные кастеты. А? Дубинки или же... Вот, сверхоригинальная удавка из капронового волокна. Пальчики оближете. О, чувствуете? Одно движение, и вы уже задохнулись, не так ли? Чувствуете? Прекратите сейчас же! Вам письмо принесли, а вы набрасываетесь! Письмо? Какое письмо? Мига. Мой дорогой друг, ждите меня здесь и никому не открывайте. Что-нибудь спешное и, насколько я могу догадаться, важное, господин Крабс? Вы догадливы, как всегда. Догадаться, впрочем, нетрудно, так как мелкие распоряжения господин Спрутц отдает по телефону. Да этот раз, Гризли, дело такое, которое ни телефону, ни почте доверить нельзя. Дело касается вашей журналистки. Звездочки, а я ее уже уволил. А теперь... Она связалась с неким дездайкой, и вместе они решили строить козни господину Спрутцу. Господину Спрутцу? Ай-яй-яй-яй! Какой ужас! Или ты вылетишь отсюда с треском, или вот с этим билетом на пароход звездочка навсегда отправится на остров развлечений. Навсегда! Понял?
по этому адресу ты ее сможешь найти. И не вздумай тянуть. Считайте, господин Кравц, что она уже там, на острове дураков. Что? То есть, простите, на острове развлечений. Желаю удачи. Честнейший. Благороднейший коротышка. Такой честный, какого еще свет не видывал. Вы уже успели немного познакомиться с Незнайкой? Да, конечно. Но вы, вероятно, еще не все знаете о нем. Незнайка прилетел к нам с другой планеты и привез семена гигантских растений. Ну что ж, пусть отдаст эти семена нам, а уж мы сумеем на этом хорошенько нажиться. Да, все неудобство в том, что семена остались на поверхности Луны, в ракете, и чтобы их достать, нужны и деньги. Вот с деньгами будет труднее. И потом, нужно будет делиться с этим Незнайкой. Этого простофилю ничего не стоит обвести вокруг пальца. У меня уже созрел план. Проклятие! Опять пробка! Вот видишь, Незнайка, это наш лунный город. А здесь большой-большой лунный лес. Никто не знает всех его тайн. А это остров. Остров развлечений? Его называют и по-другому. Остров дураков. Оттуда еще никто и никогда не возвращался. Никогда не возвращался? Интересно, а что сейчас делает Знайка? И вообще все. Послушай, звездочка, как же вы здесь живете без солнца? Малютку луну в старину веселое солнце кормило из рук, и было тепло, и светло, и пение птиц разливалось вокруг. А нынче грустно, холодно, плывет во вселенной малютка луна. Песенки эти, как прежде, слышны. И также народ их поет, но только внутри, в самом сердце луны. А сверху мороз, тишина, ах, бедная наша малютка луна. Не могу поверить своим глазам. Какое счастье, что я тебя все-таки нашел. Срочная командировка. Наша газета посылает тебя на остров развлечений. А я у вас больше не работаю. И я вам не верю. Дорогая звездочка, умоляю,
Они растопчут меня, если ты не уедешь. Чего это он к тебе привязался? Они хотят заманить меня в ловушку. Его подослал господин Спрутс. Ну и нечего валять дурака. Ты у меня поплёрз, куда надо? Приятель, вы неправильно заряжаете ленту. Я бы сказал, вверх ногами, приятель. Итак, дорогие друзья, мы с Мигой все обсудили. Мы учредим акционерное общество. Выпустим акции. Нет, это такие бумажки. Их можно продавать за деньги и потом обменивать на семена. А нельзя раздать семена бесплатно? Ведь это подарок от земных коротышек. Правда, Незнайка? Конечно! Ну, конечно, по подарок. Да еще какой! Нам придется строить летательный аппарат, чтобы достать этот подарок. Не так ли? Так. Вот поэтому, дорогие друзья, мы начнем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. Радио, телевидение, газеты! Нам прилетел коротышка с другой планеты! Да, я прилетел! И начнем продажу акций! А на вырученные деньги построим летательный аппарат? И найдем Пончика! Вот именно! Если... Если лунатики поверят, что это семена гигантских растений с другой планеты. Придумала! Незнайка, надо всем показать твой скафандр. А вы знаете, где он?